Скакалка, мячик и поломанные игрушки. Так проводят день деньской малыши на окраине Астаны. Здесь нет детских площадок, а ясли-сад один на всю округу. Эти дети предоставлены сами себе, пока их родители работают на стройках столицы. Они всю зиму они одни сидели дома. Некого было за ними смотреть. Там печь топится, это топится. Даже в садик не может устроиться, там столько очередей. В богатейшем нефтяном Казахстане проблемы дошколят пытается решить гражданский сектор. Вот объединение «Шанырак» и предложило в микрорайоне Ундырыс открыть мини-центр для детей. Власти эту инициативу охотно поддержали. Данный мини-центр, конечно, не на 100%, но хотя бы какую-то частично проблему в этой сфере, я считаю и думаю, что поможет решить. Решение заключается в следующем. «Шанырак» получает грант фонда БОТА, затем снимает помещение, нанимает воспитателей, обеспечивает питанием. В итоге несколько часов ребенок сможет провести в дошкольном учреждении. Неделю два раза сказали, говорит, два смена будет, обеда и после обеда. И то лучше же. Сами жители говорят, что мини-центр – капля в море недетских проблем. Сегодня только 4 ребенка из 90 детей, что проживают в микрорайоне, ходят в детский сад. Остальные ждут своей очереди. Большая часть ребят не дождется никогда. Год назад Аким Астаны Мангалит Асмагамбетов заявил, что дошкольное воспитание – это не гарантированная конституция госуслуга, а только вид помощи родителям. В итоге в столице почти 70 тысяч детей стоят в очереди на эту помощь.